Кто не успел, тот опоздал. Штрафы ждут всех, кто вовремя не оплатил налоги на имеющиеся в собственности автомобили, квартиры, дома и земельные участки. Новые нормы, которые меняют правила налогообложения граждан, вступили в силу с января 2017 года. Многие налогоплательщики, имея объекты недвижимого имущества, транспортные средства, земельные участки, не уплачивают имущественные налоги. И в их адрес не направляются налоговые уведомления. И по причине того, что регистрирующим органам не представлена информация об имеющемся у них имуществе. Заявлять о своем имуществе в налоговые органы владельцы обязаны самостоятельно. В противном случае умалчивание расценят как утаивание собственности. А тех, кто не платит из-за отсутствия уведомлений из налоговых органов, ждут серьезные санкции. Такой закон в России вышел еще в апреле 2014 года. Поэтому в 52-ю статью Налогового кодекса с 2015 года были внесены изменения, согласно которым такие налогоплательщики, которые никогда не получали налогового уведомления, но имели такие объекты, они должны до 1 января 2017 года должны были сообщить налоговым органам об имеющемся имуществе и приложить копии правоустанавливающих документов. Тем, кто успел к назначенному сроку, имущественные налоги исчисляют лишь с момента заявления о наличии той или иной собственности, то есть накопленный за предыдущие годы долг, таким налогоплательщикам простили. А вот остальные, не успевшие спохватиться вовремя граждане, не только будут платить в соответствии с действующим законодательством за три предыдущих налоговых периода, но и оплатят 20% штраф от неуплаченной суммы налога. Большинство горожан о подобных санкциях не знают до сих пор. Слышали что-нибудь о новых штрафах за неуплату налогов с января 2017 года? Налогов, извините, пожалуйста, ничего не знаю. Я не слышала. Нет, ничего не знаю. Наверное, нет. Не слышала. Знаю, я просто в этой службе почти работаю, так что немножко знаю. А, то есть только поэтому, наверное. Да. Сообщение о наличии собственности можно представить в любую налоговую инспекцию лично, направить по почте заказным письмом, либо передать в электронной форме по интернету или через личный кабинет налогоплательщика на сайте налог.ру. Анна Бережная, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.